Я забрал из ремонта нашу кофемашину. Отремонтировали по гарантии. Единственное, что мне пришлось заплатить 1500 за чистку и средства для чистки. Ну и как мне написал зритель с ником Викторук. Кстати, он действительно на 100% угадал с неисправностью. Проблема с теном, может быть, термопредохранитель. Так и получилось. Заменили два термопредохранителя и тен. И после ремонта вот верхняя часть, где ставятся чашки, она стала горячее, чем вот было раньше. Поэтому сейчас я сварю чашечку кофе, вернее, стаканчик кофе. И молоко я вспениваю отдельно, то есть в отличие от капучино. Двойное нажатие. Все, кофе готов. Пена устойчивая, шапка большая. И мы используем молоко с жирностью от 3,5%. Пенка роскошная, конечно.
Ну а теперь давайте посмотрим, сколько же порций кофе было сварено за неполные 5 лет. Статистика. 8582 порции. Ну, много это или мало, не знаю. В принципе, я думаю, нормально, потому что мы первое время очень интенсивно пили кофе. Теперь, по большому счету, кофе пью только я. Я надеюсь на то, что эта кофемашина прослужит нам еще года 3, и это будет замечательно. Все, всем спасибо.